Вот так луна выглядела в 21:40. Как видите, цвет еще белый. И насувается снизу такое страшноватое, темное, такое немножко расплывчатое. А эта камера стоит на штативе и все равно пробует резкость. И так, и так. Вот сейчас резкость ухватилась, видите? Каждый из этих вот то ли континенты, то ли ядерные взрывы на Земле. Вот эти три таких пятна и два маленьких. Интерпретируйте, как вы это понимаете, и видите, как страшно все-таки идет снизу. С таким вот оно увеличивается, увеличивается, и луна движется к краю кадра. Это вот штатив сейчас в первом варианте. А потом еще будет два варианта красной луны. Ну что можно сказать за этот день? Меняется энергетика всего, но человеку это не сильно будет ощутимо, это больше будет воздействовать на энергетических сущностей, которые вокруг нас и которые к нам прицепляются. Они потом нами и будут управлять. Смотря какие сущности сидят на руководстве государств, такая может быть и политика, и помутнение, и агрессия. Разные могут быть варианты. А человек – это энергетическое существо, и когда вы имеете чистую, сильную энергию, вы сможете в этом мире бороться и жить. А сейчас увидим красную луну спустя 1 час. Вот такая вот она. Видите, это уже с рук снималось, 52 крата увеличения. И вот еще один вариант –